принципе-то единый народ, сейчас идет гражданская война. Россия! Россия! Путин, веди войска! Веди войска! И такой гуманитарной помощи с каждым днем будет все больше и больше. И остановится она только во Львове. Штаб, говорит 43-й, кто меня слышит? Срочно! Просто нужно идти и делать, если так уже. Если ты действительно патриот настолько, то иди, иди и делай. Национальность украинец для меня не существует, так же, как и национальность Россия. Что нам для этого не хватает? Медности, понимания вообще того, зачем мы живем, для чего мы живем и что нам делать дальше.